И вновь доброго времени суток, дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Красный Дракон. Мы играем в игру Вега Конфликт, и у нас сегодня очередной ивент, который посвящен многим вопросам. Это истребление. И многие спрашивали у меня, где же взять все-таки сдвоенные торпедометы. И вот он, наконец-таки. Ивент, в котором можно будет выиграть или взять за очки чертежи сдвоенных торпедометов 1, 2 и 3 уровня и многое другое. Также вы, наверное, уже заметили, это в прошлом ивенте у нас произошла деноминация наших очков. Я, как человек, рожденный в Советском Союзе, испытываю это второй раз. Первый раз это вживую, когда у нас обрезали нули. И второй раз уже в игре Веги Конфликт. Спасибо им за напоминание. Итак, в этом ивенте мы можем выиграть нового капитана. Вот такой вот новый приз. Ронин Габриэль. И что ж у нас там может? Не очень много, конечно. В основном это целенаправленный капитан на альтаирские флоты. Написано, что он 4 альтаирских корабля фракции добавляет скорость оружия плюс 10%. Ну, существенно или нет, в принципе, они стреляют энергетическими, поэтому прирост должен быть ничего так. Ну и добившись максимального уровня 100, мы получаем бонус к урону пришельцев плюс 10, стойкость к плазме 10, ну и энергия щита плюс 10. Нежирно, скажу вам я. Но посмотрим, как все это будет, если мы его прокачаем. Посмотрим все-таки, на что он способен. Я сейчас набил пока что 800 тысяч. Только что начал этим делом заниматься. И покажу, как и чем. В принципе, я уже показывал это дело. Будет все в конце видео на эти флоты. Чем бить и как бить. Так, дальше можно будет хром кредит взять, который также ставится у нас на 2 корабля. Эти у нас получается, так, у нас получается теперь Вартрейн и оператор. Вот они оба, которые могут, хотя на фармаконе оператор я его и не вижу, что какие-то нововведения с этим хромом будут видны. Ну да ладно. Также западня, которую я уже получил вновь, если вы еще не взяли чертежи оператора и Вальтрейна, то есть такая же возможность взять и построить. И опять-таки нам дают целый корабль, линейный крейсер Ингибитор, который можно будет получить также за полтора миллиона очков. Раньше это 15 миллионов стоило. Вот так вот. Все. Также есть сейф флагмана Джавелин, который вы только откроете и зайдете в постройку кораблей, и он там, можно будет его построить и летать на нем. Также к нему идут гравитационные двигатели DS-1, вот новенькие. Ну и молния DS-1. Так, молния 1-2-3, которые имеют секторальный прыжок, по-моему, всего один. И здесь у нас, да, 3 секторальных прыжка. Надо будет все это смотреть, испытывать. Так, также у нас есть сейфы МК-2, которые идут на улучшение наших модулей кораблей. Ну и дальше идут у нас плазменные экраны. Все по старинке. Фанатики Ксена 1-2-3 на оратор. Разъедающие Майры. Дальше идут у нас дроны-полуночники 1-2. Ну, как я уже и говорил, самое главное, самое интересное здесь, конечно, сдвоенные торпедометы. Для тех, у кого их еще нету. Ну и плазменные экраны, конечно, для той же фракции. Все это у нас фармакон. Ну и чуть пониже у нас идут уже резонансные брони, разъедающие сифонные поглотители. Разные поглотители, таблетки также идут. Ну и опять-таки мухи. Мухи, и это уже, кстати, идет на базу. Да-да-да. Будьте внимательны, это все на базу. Таблетки. Ну, в принципе, я не стал уже базой ничего
ничем заниматься, так как уже говорил, почему. Потому что она бьется очень сильно двумя ораторами. Можно разбомбить сейчас или Вальтрейна, если у вас уровень прям подойдет. Так, ну и если у вас таки опять не хватает каких-то из типов урона, где вы хотите сделать, например, орудие на плазме или ксена, может даже пиротехнические, то, пожалуйста, вот можно будет за очки добыть вот эти типы урона и построить уже определенное оружие. Также есть еще золотые и серебряные конкурсные сейфы с призами, которые можно будет взять. Кстати, можно будет взять, потому что прямо сейчас такие возьмем и откроем, чтобы посмотреть, что в них все-таки лежит. Как я уже говорил, лайфхак до сих пор работает. Пользуйтесь благодаря этим золотым конкурсным сейфам и деталям, которые из них выходят. А это у нас тоже кредитные все орудия. И пользуйтесь. Так, ну и дальше у нас идут уже ресурсы. Это антиматерия, гель и минеральная руда, которая тоже необходима нам будет для постройки или завершения чего-нибудь интересного для нашей базы. Итак, давайте все-таки открою 60 своих конкурсных сейфов и посмотрим, что там все-таки лежит. Итак, крейсеры сторожевые. Ну, вот для начальных этапов это вообще очень хорошая вещь, конечно. Если вы только начали, то не ленитесь, лучше возьмите, конечно, набейте очки, постарайтесь и взять вот эти конкурсные сейфы с призами, потому что вот хорошие все-таки корабли выходят для начальных уровней. Это вот два крейсера сторожевых. 5 линкоров шерифов, друзья. Эсминец Мститель 2 штуки. Авианосец Паладин, несокрушимый. Авианосец Доминион. Линкор Грозный 5 штук. Это прям просто шедевр какой-то. Разрушающий луч 3 уровень 1 штука. Разрушающий луч 1 тут 6 штук. Это все неинтересно. Лучевые конденсаторы. Пушка затмения 2 уровня 4 штуки. Ну, для МК-1, конечно, вот если вот брать линкоры шерифы, то их как раз таки будет интересно оснастить пушками затмения первой части, но больше туда в принципе ничего не влезет. Ну и если что, так и затмением 2 догрузить. И также пушка затмения ксена 4 уровня, аж 4 штуки. Тоже хорошая вещь. Не везде можно достать, а здесь вот пожалуйста возьмите и пользуйтесь. И также лучевой конденсатор 3 уровня, аж 3 штуки, тоже хорошая вещь. Как для альтаирцев, для всех, кто использует энергооружие. Дальше идет гармонический фасажный двигатель 1 и 3, то есть по 3 штуки. Ну и в принципе и все. В принципе очень нормально, очень зачетно, очень хорошо. Потратил, мне было 800, стало 665. Ну, выбить все это дело можно будет тоже все с флотов. И давайте посмотрим с каких. Так, я вам сейчас покажу, ну, в принципе, в конце будут видео на эти флоты, как я их бью, или же как мне их помогают бить. Так, это у нас Фармакон рубильник 90, обязателен, ну, он такой вот, и, по-моему, еще у нас, чем мы тут его били еще, и Фармакон Титан 98. Вот такие вот два флота. С Фармакон Титан 98 у нас падает 1 миллион. Ну, по нынешним ценам это 100 тысяч за один бой. Но так как он у нас блицем, то есть там потратив немножко голдишки или золота внутри игровую валюту, вы можете его аж до 1 миллиона реальной цены поднять, умноженное на 10. Ну а я вам сейчас хочу показать просто, как я выбиваю Фармакон бот. Он мне нужен для того, чтобы... Так, вот, фрагмент сдвоенной торпедомета 4 уровня идут здесь. Ну и тип урона плазма. Чтобы собрать уже 4 уровень на плазме,
и все было замечательно. Так, это я делаю все своим оратором и двумя вольтрейнами. Так, ищем. А, погодите, он у меня в другом секторе. Да, вот он. Так, может, мы здесь что-нибудь найдем? Да, вот он здесь есть. Без урона, вот 800 тысяч, то есть 8 раз я уже побил, только зашел и потерял только 1% своей жизни. Но и то потерял по невнимательности немножко, подпустив к себе очень близко фармаконы. Поэтому немножко усидчивости, и все будет замечательно. Вот как мы заходим, включаем атаку по врагам. Ну и идем вольтрейвами раздавать. Фарм очень простой. Главное выбить эти корабли. Так, так как мы только что разобрались с этими, сразу же можно атаковать вот эти корабли. Идти уже на них. Ну и уже помогаем нашим фанатикам. Все, ожидаем вторую партию. Слишком далеко не надо залетать вольтрейвами, чтобы фанатики могли быть в отвлекающем маневре. Задача вольтрейнов, наша задача, это уничтожить даймондов. В первую очередь, так как в основном они у нас наносят львиный урон по фанатикам. Так-то не критично, но все-таки. Ну вот и все. Оратор у меня второго уровня, вольтрейны до сих пор первого. То есть можно вон взять чертеж, тут же его сделать, оснастить. Ну и уже спокойно разведывать. То есть вот мне сдвоенные торпедометы. Куски выпали 30 штук. Тип урона плазма 25. Ну и разведанные 100 тысяч. По новому курсу, по старому это 1 миллион. Так, если мы также используем блиц, умноженный на 10, 500 монеток заплатив, то мы получим 1 миллион. 1 миллион разведданных очков. Ну и, соответственно, уже можно будет нормально здесь что выбрать. На этом все, дорогие друзья. Вот весь ивент истребления. Заходите, выбивайте, получайте чертежи разных орудий. Очень советую сдвоенные торпеды третьего уровня. Первого, второго и третьего, в принципе. Также разъедающую Майру. Очень хорошая вещь. Ну и фанатики Ксена 3 тоже третья. Первую и вторую лучше не берите. В принципе, они вам и не нужны. Достаточно будет только все по третьему оснащению. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо, что смотрите. Всем пока-пока. До новых встреч. И берегите себя. Удачного всем фарма.